Так. Медаль за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за победу над Германией, 20 лет победы и 50 лет вооруженных сил СССР. Дарья Петренко знает многое о медалях и орденах своего прадеда и его боевом пути. Иван Иванович Филимонов в 1943-м 17-летним мальчишкой был призван на фронт. Школьница решила поделиться этой историей и отправила ее на конкурс. Для проекта я нашла наградные листы по медалям, которые он получал. И когда я их прочитала, эти события меня очень сильно поразили. То, что такой молодой человек бросился защищать своих напарников и в рукопашную сражался с немцами. Дарья трудилась над этим проектом с осени. Главным помощником в работе стала ее бабушка Людмила Владимировна Смирнова. Сложность заключается в том, что мы сейчас живем здесь, и у нас документы, которые непосредственно касаются, вот он мой отчим Иван Иванович Филимонов, они остались в Ставрополе. И в Министерство обороны звонили. Естественно, что звонить взрослому человеку и разговаривать, я сама. Вот, они нас направляли, они говорили. Много информации приходилось искать в интернете и на родине прадеда Дарьи в Варшанском районе. Так, по крупицам были собраны те моменты, которые нашли документальное подтверждение. За труды Дарья получила сертификат и диплом победителя регионального этапа всероссийского конкурса «Правнуки победителей».